Здравствуйте, Аван. Вот так применяем старинный метод. Вот крапиву, вот они прыгают, прыгают. Муравьиную кислоту прям стелим. Стелим, стелим. И потом они привыкают, привыкают. И все это съедают, съедают, съедают. Вот пока, ну, скоро вот спорыш растет на дороге. Вот даже крапива как пахнет. Кстати, крапиву мы и сами должны супы кушать. Вот весной. И обычно у нас говорят, до грозы надо успеть. Но до грозы не успели. 12 апреля уже гроза была. Кричите. Вот, полезна вам муравьиная кислота в крапиве. Ага. Все нормально. С одной стороны, обеззараживает. Обеззараживает. Только индейкам вот не надо давать. Индейкам. Насчет уток, гусей не знаю. Вот индейкам этот... Здесь чуть-чуть и полынь положу. Полынь по-нашему армуды. Эремуды. Лечебная трава. Тоже природный антисептик. Так. А по другой версии сено для жены переводится армуды. Эремуды. Армуды. Эремуды. Значит, эрем — это лекарство. Вот. А чагандик вельдерен гураппар чептемайне. Кутказан ныне юзиги, он млекость караси. Все. Вот. Земвара хоногаси, хоногаси. И отчак симис ныне весь сияси. Сидея раси. Вот. Вот так надо. Всегда родители так делали. Вот. Ну что, сейчас привыкнут. Хазар возьм ханагаси, пачкармаси. Вот сейчас привыкнут и не будут кричать. Не будут кричать. Все, 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 друг на друга лезете, да? Так, походите чуть-чуть. Дискотека. Дискотека для вас. Да. Так, все, все, все нормально. Все нормально. Так, с одной стороны ножки обеззараживаются. Сейчас, 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 сейчас. И вот они начнут клевать и всю эту крапиву расклюют. Ага, ты прям этот вылетаешь. Все. Вот. Крапиву супы. В бане можно этот. Растворы делать, купаться. Как раз надо сейчас. И полынь надо. Полынь. Верхушку полыни раньше у кого желчь там этот даже кушали. Ну, насчет этого советуйтесь с врачами. Вот это цыплятам все лечебное, все. Вот уже начинают некоторые клевать, начинают, пытаются. Да, все нормально. Все, сейчас привыкните. Курди, так, курди хитрец. Вот даже крапивой как пахнет.